Снова отвод судье и вновь холостую. В деле об умышленном убийстве Ивана Кузнецова адвокаты подсудимого Сергея Стерненко потребовали заменить председательствующего судью Кичмаренко. Причина: на прошлом заседании служитель Фемиды отказался рассматривать ходатайство защиты об освобождении экс-главы Одесского правосектора из-под стражи, куда его поместили по факту обвинительного приговора в другом уголовном производстве о похищении и избиении бывшего депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича. Тогда судья Кичмаренко заявил, что у него нет соответствующих полномочий. Был он последовательным и в этот раз, не удовлетворив заявленное ходатайство. Заявление продолжилось рассмотрением доказательств. Прокурор предоставил экспертизу произошедшего убийства, которое, по мнению обвинения, свидетельствует об умышленном характере убийства и подтверждает вину Стерненко. Последний так не считает. Вони жодним чином навіть приблизно не намагаються доводити ті обставини, на які посилається сторона обвинувачення. Прокурор намагалась надати якийсь дивний лист від експертів, які кажуть, що висновок, в якому сказано, що Кузнєцов нібито отримав поранення в горизонтальному положенні, а потім отримав у вертикальному. Вони кажуть, що це не суперечить одне одному, ну, мабуть, чорне – це біле. Прокурор от комментариев отказалась. Судьи приобщили экспертизу к материалам дела. На следующем заседании 2 апреля будут заслушаны показания свидетелей. Напомню, убийство Ивана Кузнецова произошло 24 мая 2018 года. Стерненко возвращался со своей девушкой домой, когда завязался конфликт с впоследствии погибшим Кузнецовым, а также его знакомым Александром Исайкулом. По версии Стерненко, последние двое его поджидали у подъезда. Да, Исайкул этот факт отрицает и говорит о бытовом конфликте. В результате драки Кузнецов получил ножевое ранение в грудь, несовместимое с жизнью, и погиб приблизительно в 100 метрах от места конфликта. Исайкулу, несмотря на также ножевое ранение, удалось скрыться. Стерненко, настаивающий на самозащите, сначала заявил, что нож был его, но потом изменил версию произошедшего. Якобы орудие убийства он отобрал у нападавших.